Почему вчера игра была немножко легче, чем сегодня? Вчера были все свежие пацаны. Вторая игра, она всегда сложнее для нас. Почему? Потому что у нас более возрастной коллектив, команда постарше. И в основном, если ты заметил, играет 5-6 человек. У них же равноценный состав, только на первом номере у них 3-4 человека. Они прессовали всю игру, поэтому были сегодня проблемы. За счет чего мы выиграли? Знаете, чем становишься старше, тем более характер становится сильнее. Может быть, за счет этого опыта, за счет характера. И своих зрителей мы не могли сегодня расстроить. Воскресенье, хороший солнечный день. Поэтому мы все стараемся делать для наших зрителей. А зрители приходят и с благодарностью отвечают нам тем же.